Шалом, дорогие друзья! Вчера мы сидели в Чечне 6 часов на Фабринген. Так было приятно и хорошо. Я думаю, что это маленькое преимущество, которое есть сегодня в наши обстоятельства. Правда, мы не можем собраться в синагогу, и нам это очень жаль и очень неприятно и хорошо. Но вот тот преимущество, которое есть, что мы можем собрать все русскоязычные евреи в онлайн, это что-то сильно. Мы нашли много людей, которые живут в разных точках. Мы сидели на Фабрингене, сделали лехаим. Вот мы обязательно продолжим этот формат. Вот в воскресенье у нас будет кинус Тора. Будет хороший урок от нашей уважаемой раввины. Мы ждем вас в Zoom. Приходите, соединитесь. Хотели только одно сказать по поводу сегодняшнего шаббат. Шаббат это благословляющий следующий месяц. Месяц, который называется Ияр. Ияр – это начало слова. Ани Ашем Руфеха. Бог наш лечащий. Мы просим у Всевышнего, чтобы он лечил весь мир, чтобы он лечил тех, которые нуждаются в благословении, в лечении, чтобы не было никого, ни у кого не было больше страдания и больше болезней. И сегодня, шаббат первый, есть такая привычка сделать хала в виде ключа, чтобы было хорошее начало, хороший новый сезон, чтобы Всевышний открыл новую эпоху для хорошего урожая, для хорошего заработка. Так что, если вы еще не сделали хала дома, успеете, можете еще успеть сделать. Если вы уже не успели, вы можете сделать что-то другое. Вы можете молиться хорошо, с кованой, и вы можете попросить у Всевышнего, чтобы он дал нам хороший месяц и хороший год, и чтобы у всех было все самое-самое хорошее. Шаббат шалом.